Здравствуйте. Если вы столкнулись с такой проблемой, что у вас засорилась лейка, засорился душ, и струи бьют неравномерно, из каких-то дырок струй нет, либо они очень тонкие, либо бьют в сторону, то причина данного явления в том, что из воды откладываются отложения известковые на поверхности душевой лейки. И есть очень простое решение данной проблемы. Если вам не помогли какие-нибудь там средства, которыми все пшикали это, то берите обычную иголочку, вот которую вы пришиваете пуговицы, диаметра такого среднего, и протыкаем последовательно все дырки в данной лейке. Вот, до конца. И вы сразу почувствуете, что там что-то такое немножечко хрустит. Вот, что-то отваливается. Это как раз известковое отложение. Данный способ подходит не только для металлических леек, но и для таких пластмассовых с резиновыми наконечниками. Вот здесь вот я чувствую прямо. Вот. Ну, чрезмерных усилий. Давайте с другого ракурса покажу вам. Чрезмерных усилий не надо, конечно же, вот, прикладывать. Вот, ну, видно, куда я уже втыкал, там уже легче идет. Вот, собственно говоря, после этого у нас, когда вы все там их штук 100-200 этих дырочек протыкаете, вот, то у вас сразу намного улучшится работа душа. Вот буквально за 2-3 минутки мы решили данную проблему. Особенно вот с краев здесь часто откладываются отложения. О, все отлично. Давайте сейчас попробуем пустить и посмотрим. Боюсь залить камеру, поэтому увидим, что вроде проходит. Сейчас включу посильнее. Вот стало, да, намного лучше. Спасибо за внимание.